я хочу поделиться со всеми неравнодушными радостью от процесса освоения гитарного аккомпанемента. Родилась ценность этого процесса именно как не как процесса научения игры на гитаре, а как вот такого ценность момента, когда я взаимодействую с песней, когда я думаю о ее содержании, когда я разучиваю ее аккорды, когда я общаюсь с товарищем по поводу этого содержания, обмениваемся. И сам процесс, он становится совершенно необыденным. Он становится, может быть, да, на самом деле, и сказочный мир, и процесс этот становится сказочным. И ценность его именно вот ощутилась ценность его именно в том, что вот сейчас, в эту минуту, в эти полчаса или час, сколько мы занимаемся этим делом, сколько мы общаемся, сколько я один, может быть, разучиваю эти аккорды, и ценность этого процесса, она именно вот в это время. Именно побыть, пожить во внимании к песне, в ее звуках. Вот. Чудесно, просто незабываемо. И что очень здорово, что это совершенно не зависит от уровня каждого человека. Можно объединяться и действовать, и учиться, и осваивать, объединяться в этом, говорить об этом. Вот. Еще какая-то у меня была мысль. А, вот. И хочу поделиться ценностью того, как здорово это делать по инструкции, как здорово это делать именно созвучий, с аккомпанементом той песни, которую ты учишь, созвучий самой песни, то есть наполнять процесс, процесс обучения, процесс разучивания аккордов, наполнять этим содержанием, слушать песню, читать инструкцию, действовать в ее волнах, в ее содержании, что именно это позволяет делать процесс необыкновенным, необыденным, сказочным, наполнять его смыслом. И цель становится не научиться играть на гитаре, и даже, может быть, не вот там через месяц выступить с концертом с этой песней, а цель становится объединиться с другом в этом, ощутить эти общие ценности, общие мечты, которые живут в песне, вот конкретно в радужной песне. Ну, я думаю, в каждой песне можно найти такие желания, пожелания, мечты. Очень, очень радостно и очень необыкновенно.